Кондиционер – враг или друг. С одной стороны, он спасает от жары, с другой – Минздрав настоятельно рекомендует не использовать его в периоды разгула инфекций. Кондиционер, охлаждая воздух, гоняет его по кругу. И если в этом воздухе есть вирус, он разнесется по всему помещению. Впрочем, по словам специалистов, этого можно избежать, если правильно ухаживать за кондиционером. О том, что он якобы там способствует распространению вируса, ну, на самом деле, с одной стороны, да, и с другой стороны, нет. С той стороны, что да, это те кондиционеры, которые не обслуживаются должным образом, да, они засоряются, у них засоряются фильтра, вот все это, соответственно, все трубки, и там уже, да, там уже риск заражения, он более высок. В том плане, что нет, ну, это когда кондиционер полностью обслужен, то есть все фильтра, все это почищено. Специалисты рекомендуют чистить кондиционеры раз в год. Обычно это делают после зимнего сезона при температуре воздуха на улице выше 16 градусов. Чтобы почистить кондиционер самостоятельно, вам необходимо открыть крышку, достать фильтр, промыть его водой, просушить и поставить обратно. После примерно 2 лет эксплуатации его, тут уже процедура немножко другая. Мы достаем аналогично также фильтр. Вот. Там за фильтром есть ребра определенные. Вот. Их нужно чистить. Ну, взять обычную какую-то кисточку и их просто прочистить от пыли. Это на самом деле не так сложно, в этом ничего такого нет. Только единственное, что момент, эти ребра довольно острые. Вот, и в некоторых моментах они там могут быть замятые. Помимо внутреннего блока кондиционера, есть еще и наружные, которые также необходимо чистить. Для этого нужно пригласить специалистов. Специалистами, соответственно, которые приезжают, вскрывается, оттуда вычищается полностью пыль. И, если нужно, подкачивается фреон, который охлаждает там воздух. По словам специалистов, в среднем бытовые кондиционеры служат около 5 лет. Но если за ними правильно ухаживать, то могут проработать и 10. При выборе кондиционера необходимо учитывать количество фильтров внутри. Чем их больше, тем лучше. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.